22 февраля, во вторник, Зарайский детский оздоровительный лагерь «Осетр» принял эвакуированных жителей Донбасса. Среди прибывших 80 человек, из которых около половины – дети. От нескольких месяцев до 17 лет. У ворот жителей встречали волонтеры, помогали донести вещи и разместиться в корпусах. К приему гостей лагерь готовился в кратчайшие сроки заранее. Теплые комнаты, горячее питание, закуплены предметы первой необходимости. И на территории задействованы все необходимые службы. Прибывших сразу осмотрели врачи, взяли тест на ковид, уточнили по имеющимся хроническим заболеваниям. Если потребуется, им окажут необходимую помощь, обеспечат мобильной связью, решат вопросы с документами. Вот уже дали кровати, все, сейчас оформимся, и все, и хорошо. Спасибо за все. Что нас так приняли чудесно, вообще мы не ожидали даже. Приняли нас очень хорошо так, что не оставили нас в беде. Огромное спасибо вам за все. Да, осталась дочка у меня, сыночка остались, а там душа не на месте. Будем надеяться, что у нас будет все хорошо. Главное, что живы останемся. Вам огромное спасибо за все. Более 24 часов в пути, люди очень устали. Сейчас главное отдохнуть и набраться сил. По поручению губернатора Андрея Воробьева, глава Зарайского округа лично встречал эвакуированных жителей Донбасса на станции Апрелевка и сопровождал до самого лагеря. Сегодня 8:20 утра на железнодорожную станцию Апрелевка Московской области. По поручению губернатора приехало очень много автобусов, приехало очень много волонтеров, те, которые встречали поезд. И 8:20 пришел поезд, это было, наверное, более 14 вагонов. В общей сложности это около 1000 человек, которые сегодня прибыли. Все они успешно, всех успешно встретили, всех разместили в автобусы. Было все очень четко организовано, очень четко спланировано, потому что в каждом вагоне уже представитель Московской области их сопровождал с того места, где они сели в поезд. То есть это уже были таблички, это были списки. Автобусы были утром все пронумерованы. То есть каждый вагон заходил по таким же номерам в автобус. Мы успешно доехали до города Зарайска. Приехали к нам люди очень разные по возрасту. У нас сегодня прибыло на территорию 24 ребенка дошкольного возраста. Это в том числе и дети, которые грудные. Да? 27 детей – это школьный возраст. И 30 человек – это мамы, и в том числе и бабушки. То есть практически мы приехали те люди, которые, начиная там с месяцев и до 80 лет. Давай сюда, первая, неси, давай. В настоящее время на территории лагеря организовано дежурство сотрудников МЧС и Мособлпошспас. Работает медицинский персонал. Ольга Желдева, Герман Беляев, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.